вот это трэш. Вот это вообще нельзя повторять. Вау, вот эти классные. Потом херанула на ноготь и красота. Что это? А теперь самое главное. Понюхай. Как мой кот. Ну, в смысле, очень мягкий. У меня всегда открытый рот. У меня тоже. Ты такую херанула стрелку вот так. Ну все. А почему говно? Он что, не сушит? Он... Ой, сейчас ты будешь такая красивая. Спасибо. Ой, ё-моё. Где? 34 лапы. Ё. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свей. И сегодня у нас будет фикс прайс. Только в фикс прайс я пошла в Москве. И еще не одна. А с блогером Елена Несквит. Добро пожаловать! Привет! Да, я решила снять коллаборацию, давно вам обещала уже кого-нибудь привести, с кем-то вас познакомить. Я знаю, что вы любите распаковочку Fix Price, и я, оказывается, не одна королева Fix Price, вот она еще одна, могу с уверенностью сказать об этом, потому что она Fix Price любит. И выбрала я ее специально для того, чтобы мы вместе с любовью сняли для вас Fix Price. Но у нас все честно, да? Да. И если нам что-то не понравится, то мы будем плеваться прямо здесь. Да. Короче, Fix Price и новиночки, ты готова? Да, конечно, я все. Да, кстати, коллаборация у нас такая двойная, будет двойное удовольствие, потому что сейчас мы с Леной снимаем на мой канал видео, и что-то она мне приготовила, от чего мне очень страшно. Ну, что ты приготовила? А, это не надо спрашивать. У нас еще один был помощник просто, да. Да. Сюрпризом. Трэш полный. Что-то они нам приготовили, я, честно говоря, боюсь. Мне кажется, я буду сопротивляться. На ее канал я оставлю ссылку под видео, мы потом все вместе пойдем... Пойдем, в общем. Пойдем куда-то в другое. Я не знаю, куда. Дальше. Давай, что-то купил. Итак, что я купила? Слушай, я купила вот что. Я даже не видела этого, на самом деле, в фикс прайсе. Я знаю, что ты тоже такое купила. Да. Ты пробовала? У меня есть еще одно. А я не пробовала. Давай, давай, давай. Давай, давай, неси. У нас целых две такие штуки, да. Вот. А знаете, почему я ее купила? Потому что моя подружка недавно, она говорит, ой, я в фикс прайсе знаю, есть вот такая щетка, хочу себе купить на каждый день. Я говорю, да нет таких щеток в фикс прайсе. И просто сегодня нашла. Она очень дешево стоит, потому что она в основном 700-1000 рублей стоит. А ты зачем ее взяла? Чтобы целлюлит стереть там. Потому что есть целлюлит. Такая худенькая. Ну, чтобы не было. Вот, берешь скраб и фигачишь. Скрабом еще щетка. Слушай, у меня щетка такая есть от компании другой, не скажу какой. Ну, короче, я еще тоже один раз я ее попробовала, но она очень жесткая. Ее только с маслом, мне кажется. Надо ее тоже попробовать, да? Попробуй хотя бы. Давай твою попробуем, так как она для тебя. Слушай, я не могу такое на подарок дарить, Пасик. Подожди. Люба. Она специально. Люба, это специально. Это тебе подарок, это специально. Попробуй, насколько она жестко. Стой. Тут ей специально вот удобно насаживать. Да, ну. Потрогай меня. Можно? Ты потом после меня будешь? Ну, Селена, нормально. Я свою энергетику оставила тебе на счет. Да, пойдет. Нормально? Правда? Ну супер, все. Короче, это на подарок, а Лена будет счетиться дома. Поехали дальше. Держи. Расческа раз. И расческа два. Ты брала такое? Да, у меня такая есть, надо что-то делать. И чешешь волосы? Чешу. Я, короче, купила одну щетку себе, естественно, розовая мне, а эту щетку тоже я взяла подружке, ну так, для Москвы у своей подружки, ей просто понравилась щетка из Fix Price, которая розовая, у меня другая есть, для мокрых волос. Ну вот, подфартила подруга, скажу. Тебе очень милая новинка вообще, скажи. Да. Очень мило. Но тебе нравится? Да. Ты пользуешься? Да, она такая есть, только в другом цвете. Розовую открой. Давай, давай. О, боже, взрыв. Ты говорила, я ничего не буду бросать. Да. Так, стопы. Ну как? Слушай, ну сейчас если не отвалится ничего. Не отвалится. Я чувствую себя хорошо. Блин, классно. Все. Мне нравится. Крутенько. А у тебя серая, что ли, желтая? Мне кажется, фиолетовая тоже такая. Где-то, пожалуйста. Все. В общем, да, то, что стерла, классно. Это зачет. Зачет. Да. От двух королев стерла. Ну стоит она 99 рублей уже. А стоило сколько? Ну, в смысле, уже раньше были 55. Ты еще за 77 покупала? Нет, нет, нет. Уже все, цены пошли выше. Вот это вот мы недовольны фикс прайс, да? Да, вообще обнаглели. Где фикс? Где фикс, да. Так, смотри, что у меня еще. Вау, ё-моё. Ты покупала такое? Я видела такое, но я не думала. А что рискнуть. Это? Написано, что гибкий шарик. Написано же. Короче. Браслет, да? Мне кажется, это интересно, это как браслет и как ручка. Я и буду ходить. А.
я хочу проверить, как оно пишет. Как оно беспощадно в упаковке. Это ты красиво рвешь? Нет, конечно. Долго просто, я очень люблю распаковывать. Да, помоги, пожалуйста. Уже не помочь. И вот еще ручки я взяла. Мне очень понравились эти конфетки. Вау, вот эти классные, просто роза, да, заберешь? Да, хочешь я тебе зеленую? Давай. Нет, я тебе зеленую дарю. Господи, боже, спасибо. Давай руку, я же жду. Розовый? Слушай, знает. Так, ну как браслет, вроде нормально смотрится. Так, а у нас нет на чем написать? Но оно как-то неудобно, нагнется вообще или нет? Гнется. Слушай, ну это чисто, знаешь, вот удивить кого-то, раз там кто-то тебя... Нормально пишет, да? Она пишет, да. Она не пахнет вообще, не пахнет? Я не знаю, как эти места. Ну, она как-то странно выглядит. Она гнется обратно, как бы, это логично, да? Неудобно держать. Неудобно, да. Ну, детей, я говорю, хорошо бы. Чисто кого-то удивить, вот ради только такого, да? Да. Пиши ручкой, носи как стильный браслет, понятно? Легко застегнуть и расстегнуть. Ну, то есть, если что-то понадобится записать срочно, то это, ну, клево. Да. И вот это вообще очень прикольные ручки. Единственное, что вот здесь прям шариковая, мягкая ручка. Я вот такие люблю. А вот здесь, хорошо, по-моему, такая острая, не очень. Ну-ка, нарисуй. Сильно против синий, это классно. Ну. Вот это гелевая. Тебе нравятся такие да. ручки? Да. Ничем не пахнет. Не пахнет? Ну, она очень вкусненько выглядит, да? Да. Не, ну нормально. Короче, я себе забираю розовую, а тебе вот на, записывай свои, короче, будущие там видосы. Ага, все. Сценарий, который я не пишу. Сценарий, который не пишем. Ну что-нибудь, телефоны, да, нужных людей. Очень здорово. Да. Классно. А там еще были другие вот эти вот помощники всякие разные? Я не видела. По-моему, да. Только такие. Ага, ну, может, другие. Там, может, короче, много всего. Разновидности, да? Да. Ага. Так, я не знала, что вот это я взяла. Ты пробовала? Я видела. Не пробовала. Короче, я делаю гель-лак, кстати, вот у меня ноготочки. Да, классный гель-лак. Тебе нравится? Да, я заметила. И да, гель-лаком можно делать. В общем, здесь вот такая вот трубочка, здесь мягкие спонжики, здесь еще насадки. Это, в общем, я накрасила один цвет, потом макнула этот спонжик в гель-лак, потом херанула на ноготь, и красота. Все, объяснила. А ты красишь ногти? И да, но сейчас нет. Но мне сейчас не видно. Смотри, смотри, насадки. То есть, если ты одну запорола, там, да, тоже есть другие. Да, на да, смену. Да. Мне кажется, вот. Шедевры можно делать. Кстати, там была розовая, но я розовую не взяла, потому что... Как так? Я подумала, очень много розового, надо что-то взять голубое. Вот, голубой — это моя уже тема, да, все, да. Проехали. Так, короче, взяла салфетки розовые. Нормально, я в Москве вот решила салфетки потащить через... 1200 километров до дома, да, 77 рублей. Но они розовые. Хочу, чтобы они стояли, утирали мои столы. Сами. Причем сами. Ты вот такое брала? Нет. Короче, это у меня такие есть вообще, тоже из фикс прайса. Я не знаю, зачем я их взяла, я потом на кассе уже увидела, думаю, зачем я их взяла. Ты в них спишь? Нет, я вообще очень редко кручусь. Короче, это... Давай тебя накручу. Меня? Ты не крутишься? Нет. Вот смотри, вот у меня волосы сухие. Давай, знаешь, что сделаем? Давай я одну прядку, ты одну прядку, и в конце видео мы посмотрим, закрутилась или нет. Давай. Как тебе пользоваться? Короче, они только черные там были. Ты ни разу не пользовался. Вот такая фигнюшка тут есть. Есть вот такая. Вообще они должны, я думала, они без заклепочек. Есть такие. Они липнут, да, прям хорошо. Да, есть такие, что они должны липнуть. Вот так вот раз. Закрутила. Угу. Ты внутрь крутишь или на ручку? Ну, как ты сделала вроде. И вот так, да, зафиксировала. А, ну типа, а если так будет держаться? Смотри, держится. Давай, у тебя закрученная, а у меня вот так. Да, все, отлично. Там ужасно, да, всё? Мешать вообще? Мне кажется, будет. Смотри, посмотрите лайфхак, девчонки. Мешает? Слушай, да, вот так ты придумано было, да, наверное? Не мешает. Все, мега мозг. Ой, фикс прайс. Такая, слышишь, анимешки можно делать, такие заставки. Что-нибудь не получилось, оторвалось? Воткни в голову уже. Воткни в голову. Воткни, давай. Там, мне кажется, здесь спасти мои волосы. Они доживут. Ты обещаешь, да? Не, не обещаю, конечно. Вообще, вот их всего здесь 6 штук на всю голову, наверное. 6 штук? Ну, короче, это у кого мало волос. Слушай, мне кажется, эта дева будет мешать, короче, она мне. Сити тоже так. Твою! У кого мало волос, будет еще меньше. Что волос, это? Да? Вообще не будет волос. Да. Бля, ой. У меня нет мата, Витя. У меня просто очень сухие волосы. Они могут так запутаться, что... Ну все, давай, я посижу одна. Давай. Все. Она слилась просто. Прими да. на себя весь удар. Давай.
Давай красоту. Вот я что-то красивое нашла. Ты брала такое? Не, я хотела взять, но видишь, ты меня опередила. Слава богу, что не взяла. Да. Набор. А что ты тут думаешь? Я уже увидела. Что? Вообще, я подумала, что это просто для детей какая-то косметика, но... Я тоже подумала сначала. Да. А потом что? Я вижу, что это ручка. Вот, блин, я думала, ты скажешь, блин. Нет, я вообще долго думала, что это. А для кого это вообще? Для детей или во взрослом отделе висело? Это все. Я думаю, это для всех. Ну, лично мне по кайфу будет ходить вот с такой ручкой помады. Ну да, это типа лак, да? Типа лак, вот так вот выглядит. Уже потресканный. Угу, пользовали, значит, уже. Это second-hand. Экспресс. Да. Короче, это эти, это маркеры, выделители, желтенькие и фиолетовые. Вау, гладко прям пишет. Здорово. Ярко. Чай не пахнет. Жирненько. Я не чувствую. Здорово, мне понравилось прям. А теперь самое главное. Давай, открывай. Это ручка! Слушай, ручка огонь. Вот ручка огонь. Все, будешь автограф раздавать. Я буду фотографа раздавать. Буду фотографа раздавать именно. Слушай, ну она прикольная. Мне больше понравилось вот это. Прям здорово, да. Вообще-то тексты визелителей в Фикспрессе не такие прям насыщенные, пигментированные бывают, а это прям повезло, да? Ну блин, вот кто в школе учится, девчонкам вообще? Вообще здорово, такая милая канцелярия. Вот такое ты брала? Нет, я видела. Видишь, как я угадала? Да, вообще, я думала, что мы зайдем в Фикспресс, нам нечего будет взять, потому что мы уже все, наверное, показали. Все, уже все было просто, но радует. С этой пряткой. Да, просто, да. Fashion, my profession. Короче, эта телескопическая каждой девушке нужна, я думаю. Ну да, удобно очень. Попробуй, понюхай. Как мой кот. Ну, в смысле, очень мягкий. И заставка такая, Фикспресс! Ну, фу, какая вонища. Ну, мягко же. Что ты так сразу вонища? Нет, она мягкая, она классная, похоже, но воняет. Знаешь, вот в 90-е вот папы там брились-то, знаешь? Два в одном. Да. Так, короче, я взяла вот такие штуки, блин, мне очень классные вообще, да. Да? Да, здорово. Вот, взяла. Здорово. Это магнитики на холодильник. Я ненавижу, когда магнит на холодильник. Mm-hmm. Особенно какие-то привезенные, а еще особенно какие-то выпуклые. Я люблю вот такие маленькие. И совсем недавно пришла ко мне мысль, думаю, надо взять, потому что записки там что-нибудь мы с мамой оставляем. Я вот такие прям красивые хотела. Очень красивые, мне эти нравятся больше, чем у тебя. Очень круто, глиттер прям. Да. Здорово, можно даже рисунок еще. Там еще конфетки были. А, даже конфетки. Там много всего, подарки были. И всего 55 рублей, кстати. Это как Газпром, только Фикспрайс исполняет желание. Да. Что это, угадай? Это зеркало. Да что ж ты, я уже видела, понимаешь, я там живу на Фикспрайсе. Куин, понимаешь, все сказано. Куин 24 часа, правильно? А, ну все, да. То есть без выходных. Без выходных, Королева без выходных. Королева Фикспрайс. Тут двойное зеркало, да, то есть там... Ходить посмотреть, кто там сидит. Эксклюзив. А ну-ка, вот это. Ты не найдешь, мне кажется. Давай, помаши. Я на своем канале его не показываю. Ну все, эксклюзив. Я заретуширую. Или не, у меня нет. Ну ладно, пускай, все уже. Теперь я тебе узнаю весь мир. Да. Короче, зеркало огонь, оно розовенькое, оно вот здесь немного такое мягкое, плотное, и его можно в сумке носить, оно не разобьется. Не разобьется, там еще разные цвета были. А у меня только... Да, мой глаз видел только розовый. Так, ну короче, мы близимся уже почти к концу. Я взяла вот эти штуки, возможно, мы будем тестить, как-нибудь тестить отдельно. Ты тестила вот это? Нет, но я думаю, что это беспонтовая фигня. Вообще, уже в Фикспрессе продавались, это для бровей, просто здесь отличается тем, что, помните, для бровей, вы помните, для бровей мы рисовали, это отличается тем, что здесь несколько разных форм, то есть я могу взять любую какую-то суперкреативную бровь и нарисовать себе новую. То есть мы можем затестить. Настроение просто, да? Будет время, затестим. Короче, целый набор разнообразных этих вы себе. Это интересная штука. Вот такую я вообще заказала на Алиэкспресс, где собираюсь ее тестить отдельно, но я увидела, что здесь... Но она не такая, не. Ну, сравни их вместе. А ну-ка, давай посмотрим. Не, еще Алиэкспресс еще не пришла. А, ну да. Там плотненько, а здесь какая-то смотри. Но она не порвется вообще? А, нет, нормально. Она очень... Ты пробовала вообще такие? Нет, я видела, что сейчас такое модно. Короче, это модно так наклеить. Так это, как вообще этим пользоваться? То есть вот разные изгибы, да, хвостик, да. Это вообще все. Вот как-то вот так ты представляешь, вот так. Ну, представлю, да. И смотри, вот такую херанула стрелку, вот так. Ну все, просто королева. Я вообще зеркало взяла и пошла. Но это вот отдельное видео, понимаешь, требует. Да, прикинь, да. Сколько ставьте можно... лайки, чтобы отдельное видео было. Иначе нет, да? Да, а иначе не будет.
Да ладно, сделаю в любом случае, даже если вы поставите вот, дизлайк. Должно было выглядеть вообще. А, так тут же инструкция за это. А, ну покажи. Ну да. Если вы, вам не терпится самим протестировать. Короче, будет отдельное видео, мы будем тестить вот эти все дела. Самая крутая просто. Заценил мои рецепты. Да, это я взяла, потому что моя сестра, Катечка, привет тебе, она показала мне видео, скинула, говорит, в Фикспрайсе продается такая гитара, она так звучит, тра-ля-ля, короче. Ну, я не знаю, вставлю видео, если найду, то вставлю, потому что я распаковывать не буду, потому что это подарок для сына моей подруги. Вот, будет брынчать. Короче, надо красиво же подарить, я потом сниму и вставлю, как он будет брынчать. Там еще есть медиатор. Там сзади прям вставляется, я сестренке покупала, и мы нашли только через 2 дня этот медиатор. Он там есть сзади. Очень здорово звучит, честно говоря. И она очень быстро расстраивается, нужно будет подтягивать струны, мы это тестируем. Как настоящая, да, как настоящая. Расстраивается, да. Ломается, да. И родителям будет плохо. Звук такой прям, как у настоящей гитары. Короче, вставлю, вставку сделаю. Что, брынчит? Ну-ка, показывай. Вот так брынчит. Вообще, что-то не очень брынчит, да? А струны ты подкрутил? Скажи, мне эта гитара не сдалась с моими виби. Как-то они не звучат, да? Надо их натянуть. Но у нас еще тут нету одной штуки. А ну натяни вот здесь вот. Не хочешь? Только об зеркало ее не разбей, Маркус. Я знаю, что хочется. А еще я покажу то, что я не покупала, уже Лена покупала, на своем канале делала обзор. Да, да, скоро выйдет уже, или вышел уже. Да, вы сможете пройти посмотреть. Я, в общем, скажу, потому что, на самом деле, почему я говорю, давай я не буду брать, просто покажу девчонкам. Я это тоже хотела все брать, она говорит, не бери, покажи мои. Короче, вот вы просили меня сделать там обзорчики. Такая какая-то прикольненькая, как ее, плойка. Утюжок, мы его уже брали за 99 рублей, говно, а ты брала? Просто в двух словах. Мне понравилось. Так вот. Мне понравилось. Я не знаю, какими ты пользовалась, но за 200 рублей это уже перебор, мне кажется. Да, дорого, дорого. Дорого. Ты говоришь, что ты брала раньше 99. Да. Но он другой был, не зеленый. А, он был не зеленый. А, ну да. Зеленый, да. Краска. Это полная говно. Да? Да. Так можно говорить на твоем канале? Говно можно говорить. Какашки. Но зато они красивые какие. Да, фен какой вот, красивый. Вот, как Украина. А почему говно? Он что, не сушит? Он 20 минут, мне такой даже половину головы не высыпал. А, сломался? Нет, он не сломался. Сломать теперь полгода написано. Вот, что ты смеешься? Срок службы 6 месяцев. Слушайте, ну да. А этим крутила? Да, только я этим не пользуюсь щипчиками, потому что, мне кажется, волосы не отдаст мне. Ну, какой-то тугой, почувствую его. Вообще, видишь, в разные стороны двигаются. Ну, на вроде ничего. Накрутить можно, это правда можно. Пудрик получается хороший, диаметр классный. Здесь еще складная штука. Да. Удобно. У меня просто 3 фена дома, и хорошо, что мне не нужно было брать с Фикспрайса, а просто вам показать. Нет, он как, знаешь, такой переносной набор, дорожный, там, в аквапарской, он хороший. Но так вот, чтобы срочно высушить волосы, нужно вот будет минус 40. Вот такие волосы вы не высушите. Нет. Половину только. Да. Так, ну что, все, в принципе, закончили. Смотри, ой, 19 минут. А, мы еще не сняли? Давай, снимаем. Давай, давай, да. Подожди, точно. Господи, посмотрим. Господи, посмотрим, да, что там получится. Ой, сейчас ты будешь такая красивая. Да, пойдем в клуб тусить. Да, да, да. У вас есть рядом клуб? Найдем. Слушай, я боюсь оторвать ее. Рви уже. Ё-моё, что они такие? Вот как вот сделать себе... Вообще на липучках существуют такие, да? Вообще, вот такие пушистые, честно говоря, я не рекомендую на длинные волосы делать. Они спасибо! Вовремя! Раньше не сказала. Не, как вообще снимать, как сделать красивую кучеряшку, если тебе нужно рвать волосы, она что-то растрепится. Реально, девочки, реально. Мне страшно. А как мне страшно? Я даже помочь себе не могу. Мне кажется, только за кадром это можно будет снимать. Реально, мне кажется, я останусь без волос. Вот ценой этого видео. Ну, нет, снимется. Снимется. С обратной стороны пошла. Ну, короче, спустя 10 часов, мне кажется, надо прощаться. Ладно, мои хорошие, короче, сейчас мы будем распутывать. Это ножницы, есть ножницы? Я подрежу. Не, мы обойдемся без жертв, просто вот такая прическа. Да, ну, можно оставить что. Как Леди Гага. Смотри, что у нас руки не с того места растут. Нет, все у нас нормально, Фикспрайс рулит. Ладно, мои хорошие, я была рада снять видео совместное вместе с Леной. Сейчас мы идем на ее канал, которая ссылка под видео.
Что там будет, опять повторюсь, я не знаю, я вся в предвкушении, да, вот. Ну, короче, я была очень рада познакомиться. Я тоже. Была рада снять видео. Девчонки, пожалуйста, рекомендую. Все, мы с вами прощаемся, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, да? А что ты еще снимаешь на своем канале? Много чего, на самом деле, бьюти, Алиэкспресс, все такое. Алиэкспресс снимаешь, Джум снимаешь, обзорчики. Да, вот Джум идет по ссылку 10. Какие кудри, ты посмотри, вообще видно? Да, все, это лучше. Алиэкспресс, спасибо. Ну все, мы прощаемся, любим вас, целуем и до следующего видео. Пока-пока! Как тебе у меня сниматься? Да вообще круто, все с первого дубля. Больше я не... Вырезаешь видео или нет? Я вообще ничего не вырезаю, все оставлю. Да. Пёрнули пух. Ты мат сказала, что я на своем канале не матерю. Так, ну что, замотать, типа, я это еще не проверяла. Я потом проверю. А записывать? Да. А как ты же обрежешь? Я все оставлю. Ну ладно, все, выключу. Все. Так. Пишите я. Можете говорить, что хотите, я вот... Это просто вообще раскидон полнейший. Сейчас отпишу. Ой, ё-моё! Где? 34 лапы. Это пока-то. Надо открутить её, чтобы... Блин, такие кошечки у тебя шоколад. Ой, через руки Селен. Так, продавай как минимум в 3 раза дороже. Да, да, ты знаешь себе. У меня всегда открытый рот. У меня тоже. Кстати, давай откроем секрет, почему мы открываем рты все время? Зачем ты открываешь? Не знаю, чтобы был экшен, чтобы люди видели, что мне больно. Больно? Вот после меня, да, вот ты... Типа... Люди любят боль. Да. Как ты будешь снимать потом? Ложка — это 90% успеха. Вот сейчас только как я буду снимать вот это... Да, проснулся? Да, ну не то, что проснулся, уже бешеный. Я не знаю, как теперь снять свои эти штучки. Смотрите, какой. Ой, как он меня тянул. Я бы отвернулся от меня такой. Мостик. Мостик, такой лапочку, пузик. Видите, я же люблю животных. Я их не имею просто потому, что за ними нужна ответственность. Вот. Я бы взяла вот для Денечки, чтобы, ну, воспитывать в нем заботу, доброту к животным, любовь. Ну то, что снимаешь, давай я переверну. Он четверо сейчас еще надо. Ну что, мне не жалко ничего. Давай, ну ладно. Ладно, слушай, я не знаю, как снять сейчас мне эти бегуди. А, я думала кота. Не, кота не страшно, ничего страшного. Давай я тебе записываю это тоже, вот помочь. Девочки. Видя, как я снимала вот эту фигню. У тебя просто не такие сухие волосы, как у меня. Они мягче снимаются, у меня вообще нет. Ну ладно, одна снялась. Это вот этот трэш. Вот это вообще нельзя повторять. Шок-контент просто. Поэтому я прошу с волосы, если нельзя повторять. Ну, я тоже рвала. Ну, мы рискуем своим как-то вот красотой. В ту сторону. Шевелюры просто. Звук еще, да? Я рву прям, я боюсь, вот-вот да порвутся. И главное, переднюю пять. Нет, что где-то сзади внутри. Прям сильно рвешь, ты че? Нет, все, похрен. Ё-моё!